У нас в волшебной бутылочке находится уксус, а в шарике сода. И сейчас Алиса Тимуровна покажет, каким образом при помощи этих трех компонентов бутылка, уксус и сода надуть шарики. Итак, поехали. Еще один. Ой-о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 й. Окей. И у нас остается третий шарик. Ну-ка попробуем. Аккуратненько. Высыпаем. Пошла химическая реакция, пошло волшебство.